В Мозыре в субботу 20 июля произошло два чрезвычайных происшествия. На городском пляже на Советской мужчина решил переплыть Припять, но не рассчитал свои силы и начал идти ко дну. Так как это происходило в поле зрения спасателей около поста, они среагировали оперативно. Мужчину извлекли из воды. От медицинской помощи он отказался. Если в первом случае все закончилось благополучно, то около Барбарова трагедии избежать не удалось. Утонул мужчина 1980 года рождения. На спасательном посту Мозырь мужчина 87 года заплыл в запрещенное место, практически на фарватер реки Припять, выбился из сил, стал тонуть. Значит, его удалось спасти спасателям, дежурящим на посту. От медицинской помощи отказался, был передан сотрудникам милиции. Также несчастный случай у нас произошел в районе деревни Барбаров на реке Припять. Отдыхала компания, один мужчина решил переплыть Припять и, к сожалению, утонул на фарватере реки. Значит, два дня продолжались поисковые работы, сегодня он был обнаружен рыбаками. Мозырским районным отделом проводится проверка по данному факту, опрашиваются очевидцы произошедшего, устанавливаются обстоятельства гибели мужчины на воде. Предварительно установлено, что мужчина хотел переплыть реку, однако не справился, в связи с чем утонул. Водные спасатели призывают всех соблюдать правила поведения на водоемах. Исключить алкоголь, не заплывать далеко от берега. Купаться разрешается только в разрешенных местах, там, где вам могут оперативно оказать помощь. В Мозыре спасательные посты находятся на новом пляже по улице Советской, около грибной базы. Второй пост на так именуемом котловане на Полесской. Дежурят спасатели и на пляже санатория «Сосны». Берегите себя. Помните, вода ошибок не прощает.